Всем привет! Меня зовут Антон Пашуль, я приглашаю вас на базовый курс по стилю крамп в центре танца «Мейнстрим». Hit me. Добро пожаловать на пятый урок по крампу. И этот урок называется «Базовые движения нашими руками». Мы научились их держать. Я надеюсь, что вы научились держать их в правильных позах. Теперь мы будем делать то, что все крамперы танцуют. Именно в руках. Самые основные движения. Их всего три. Три элемента, как мы можем танцевать. Приходим в первую позицию, допустим, да, вперед, чтобы двигаться. И делаем, выпрямляем руку и делаем удар. Бум. Удар у нас делается за счет локтя. Делаем просто точный удар. Также мы можем остановить руку. Бум. И все. Можем же ее вернуть, как будто мы кого-то действительно ударили. Бум. Главный момент, что удар должен быть четкий, быстрый. Рука не должна вот так вот трястись или еще что-то. Соответственно, сила затрагивается достаточно большая. Бьем и возвращаем. Также левой. Пробуем это делать в разные направления. В диагональ, вперед, вправо. Диагональ, вперед, вправо. Попробуем сделать это быстро. Пум, 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 пум. Еще быстрее. Сразу. Меняя позу, мы меняем направление, куда можем делать. Отсюда мы делаем вбок, вниз делаем вбок. Это все должно быть, естественно, понятно. Следующее движение. Мах, арсвинг. Это одно из самых знаковых движений крампа. Самых, с одной стороны, легких, но с другой стороны, самых сложных. Арсвинг – это мах рукой. Соответственно, если я напрягаю руку, двигаю ее, это не является махом. Но если я ее кидаю, это уже арсвинг. Это арсвинг. Можете даже услышать. Не арсвинг, арсвинг. То есть я беру руку, трачу энергию только при броске, дальше я ее расслабляю. Есть несколько вариантов арсвингов. Если быть точнее, то их миллионы вариантов. Но основные, которые мы используем. Первое – это арсвинг с возвратом. Мы кидаем руку и возвращаем. Кидаем вправо, возвращаем вниз, возвращаем. Попробуем быстро. И вниз. Также есть арсвинг всей рукой. Вся рука кидается, возвращается. Нам не всегда обязательно возвращать ее в какую-то позу. Мы можем ее просто кинуть. Это называется просто бросок, throw. Это самое тоже основное движение, но по сути это тот же арсвинг. Соответственно, наши махи руками могут быть с любых позиций, в любое направление. Можем оставить руку сюда и кинуть ее в диагональ. Фум. Поставить руку здесь, сделать джеб. Совмещая эти движения, мы уже будем танцевать. И третье – это арм-плейсмент. Это танец через наши позиции. Если это были стартовые какие-то позы, с которых мы начинаем наше движение, то арм-плейсмент – это то, как мы танцуем. Нам не обязательно всегда бить, кидать и так далее. Мы можем просто руками перебирать, приходить в всякие позы и танцевать через… как будто нас фотографируют очень часто и очень много. Попробуем поставить руку здесь, через локти. В основном арм-плейсменты двигаются через локти. Мы меняем сюда, допустим, сюда, сюда, вниз. Соответственно, если я сделаю это в какой-то динамике, в танце это будет ту-ту-ту-ту-ту. То есть я делаю, просто меняю свои позиции. И все, как будто меня быстро фотографируют. Я не трачу никаких сил, могу с вами также абсолютно спокойно разговаривать. Меняю позиции, меняю мои арм-плейсменты. Вот мой танец. Соответственно, соединяя все эти три движения, удар, бросок и арм-плейсменты, крамперы танцуют. Попробуем просто все соединить. Сделать удар, мах и подвигаться через позу. Удар, мах, позы. Быстро это будет выглядеть. Удар, мах, позы. Это наша база, база в руках. Пробуйте, тренируйте, вкладывайте силы в джебы, в арм-свинги, а в арм-плейсментах старайтесь давить на разнообразие и легкость.